Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне сладости». И давайте начинать! Та-та-та-та-та! Ура, мамочка, мы в магазине! Ну, конечно, в магазине. Мне надо купить еду. Не еду, а вещи. Еду у нас полный холодильник. Так. Что тут есть? Доченька, ты что-нибудь себе возьмешь? Конечно, мам, сладости. Сладости? Ой, я в шоке. Обычно ты меня просила или пони, ну или какие-нибудь там резинки. Там всякие, помню, чтоб плести. Вот, смотри, резинки как раз по акции. Да не хочу я их, мама. Так, доченька. Я тебе сладости не буду покупать. Вчера я тебе купила вот такой большой, большой вкусный торт. Только почему-то ты его не ела. А он был дорогой и большой. Так что нет. Вот, мам, смотри, еще один торт. И Денис, сюда. Доченька, слезь. А, пожалуйста, не катайтесь на тележках, вы их сломать можете. Хорошо, доченька, слезь. Так, ну вот, да, вижу много сладостей. Я тебе не разрешаю брать сладкого, сладкоежка. Тебе вообще-то завтра на анализ крови. Если покажут плохую кровь, ты пойдешь еще раз на укол. То есть на взятие крови из пальца. Два раза я не хочу. Тогда не ешь сегодня и завтра сладкую, я тебе ничего не покупаю, ясно, дочь? Хлясё, мама. А, я тебе разрешаю взять только резинки. Они потому что 50 рублей стоят. Сейчас дешевые стали. Ну, блин, мам, а ты себе возьмешь? Нет, я возьму такой вот этот... Что это? Это почти. У нас хлебушек есть. Намазать нечего. Что еще взять? Ой, какое мыло. У нас как раз жидкого мыла нету. И сумочку. Что-то сумочку не хочется взять. Все, дочь, пошли на кассу. Ну, мамочка, накупи, пожалуйста, мне вкусняшку. 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 Нет, доча, нет и нет и нет. Доченька, я хочу, чтобы у тебя были хорошие результаты, когда твою кровь будут проверять. Ну, мама. Дочь. Я тебе разрешаю только взять печеньки. Они такие, помнишь, малиновые? Они, в принципе, не вредны. Но я не люблю малиновые. Вот какие там черные смородины. Вот это малинка, а это черные смородины. Хочешь такие? Нет! Как хочешь, я возьму их. Вот все, все, что мы возьмем. Так, мы уже много чего взяли, пойдем. Ну, мама! Хочу сладости! Сладости и только сладости! Все, точка! Сладости, мама, сладости, много сладостей! Слышь, что от сладости еще могут зубы потом сыпаться. Ты не хочешь ходить вот такая беззубая? Так что давай, 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 шевели копытами. Давай, давай, шевели копытами. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Пробейте нам, пожалуйста, это все. Ну, мама, я хочу! Хочу сладость! Мама! Доченька, не ори в магазине. Все. Я тебе не куплю сладости. Так, пробейте нам, пожалуйста, это все. Хорошо. А вы купите, может быть, своей дочке? А то она тут разоралась. Так, я принцесса. И я говорю, покупать или не покупать. Ой, простите, ваше высочество. Обозналась. Вот именно. Все. Давай. Так, дочка, иди сюда. Ну все, мама, иду, иду, блин. Так, сиди здесь, я пойду еще что-нибудь. А вы пока можете подождать? Конечно. Не берется. Сестренки твои. Дочь, вот я, например, вот не против, если ты возьмешь себе расчесочку какую-нибудь. Вот
Или, ну, не знаю, вот резиночки, портфельчик какой-нибудь себе. Ну, не сладости. Тебе завтра еще особенно кровь сдавать. Если бы не сдавала ты кровь, тогда бы я подумала еще. Так, пробить это. Ага, конечно. Ну, мама, я хочу сладость. Сладость. Все, все, все. И только сладость. Так, дочь, вот что это за... Так, во-первых, на голове тут не сиди, ясно? Я уже с ума от тебя схожу. То пони купили, то резинки, то кого там только не пойми тебе купили. И тебе все мало. Вот я не понимаю, у тебя когда-нибудь будет перерыв, а? Хоть 5 лет. 5 лет? Ну, мам, ну это сойти с ума можно. Ух, надо тебе завести кошку, тогда будешь меньше этих игрушек себе покупать, потому что на кошку все будет уходить. Ну, мама, я хочу собаку. Так, эта тема закрыта. Все. Прибить, пожалуйста, нам это. Конечно. Ну, мама, купи мне сладость. Мама. Нет, доченька. Блин, прости. Нет, доченька, нет и нет. Все. Быстрее на кассу. То она сейчас ругать будет тетя. Нет, мама, нет, я хочу эту вкусняшку. Ну, хотя бы что ты за вкусняшку, покажи. Вот, половина тортика и кексики вот эти. Ну, доченька, если у тебя будут неправильные результаты, знай, ты будешь сама виновата, хорошо? И еще раз пойдешь. Ладно. Так, ну вам пробивать? Да, подождите еще. То есть нет, подождите. Хорошо, так, ну ладно, давайте. Пробить нет, все. Бздык. 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 Кажется, еще кто-то. Бздык. 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 С вас всего 550 рублей. А так вот у меня скидочка. Пип-пип-пип. Угу. Теперь с вас всего 350 рублей. Вот, держите. Вам пакетик нужен? Да. Еще 6 рублей. Вот, держите. Так. Вот. Так вот, собирайте все сюда. Вы сами или вам помочь? Сама. Хорошо. Сюда вот. Так. Ну все, дальше. Ты, надеюсь, довольна? Конечно, мама, довольна. Все, пойдем. А тут папа с ума сойдет. Ждать нас в машине. Все, пошли. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите, комментируйте. И пишите в комментариях. Вот. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, имя Шопкинса, которого я вот сейчас вот купила. В виде еды. Всем пока. 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 Ой. Всем пока.